В селе Уматкер Карагандинской области введен карантин из-за мора лошадей. Изолировано 15 животных. В помещениях проводится дезинфекция. Заразились африканским сапом. Официальное название опасной инфекции – эпизоотический лимфангит. Он подтвердился лабораторно. Болезнь поражает лимфатические сосуды, на коже появляются язвы. Ветврачам предстоит обследовать более 1000 животных, и зараженных будут уничтожать. Хозяевам выплатят компенсацию по рыночной стоимости. Ветинспекторы внесли представление акиму Бухаржаровского района о введении в селе Уматкер карантина. Запрещен ввоз и вывоз мясной и молочной продукции. Проводятся ограничительные мероприятия. Самое главное – не допустить контакта больных животных со здоровыми. Нужна полная изоляция. Выгул также запрещен.